Громкий визовый скандал в Британии. Тысячи людей мошенническим путем получили студенческие визы для въезда в страну. Доказательства нашла BBC в ходе журналистского расследования. На этих кадрах, снятых скрытой камерой, видно, обязательный экзамен по английскому языку вместо кандидатов на визу сдают подставные лица. А в самом начале теста у многих уже есть готовые варианты решений. Глава МВД Великобритании назвала эти факты шокирующими и распорядилась начать расследование. Ежегодно 100 тысяч человек получают британские студенческие визы. Многие вовсе не собираются учиться, просто используют их как повод легально остаться в стране. Теперь, когда масштабное мошенничество стало явным, Лондон намерен серьезно ужесточить правила. Как это повлияет на украинцев, стремящихся попасть на Туманный Альбион или уже живущих там, смотрите завтра в специальном репортаже подробностей, которые мы снимаем и в Лондоне, и в Киеве.